Виден другой берег Енисея в тумане и в дыму от лесных пожаров. Вот с этой точки сегодня с утра во время сборки катамарана был пойман мой рекордный 600-граммовый окунь. На колебалку не детскую. Вот туда сейчас за угол мы и двинемся. А вот под кустами справа были найдены медвежьи следы, не детские. Ну, сходи, а вот тут ходят медведи. Вот с такими лапами. Слушай, а теперь, может быть, туда, на ту сторону переезжать можно. И права вот маленькая. А там по-своему уже берег, а там можно идти вдоль. Нормально. Обед. Да. Вот так мы и плывем. Из Енисея в Енисей. Да. Вот так мы и питаемся. На первое у нас рыба с водой, на второе рыба без воды. А на третьей вода без рыбы, да, Лиса? Да. Да, вода тут чистейшая. Акваминерали практически. И очень вкусная. Очень вкусная. Вот встретилась нам зимовальная избушка. Охотничья, да. Это мы сейчас туда ни хрен зайдем. Ага. Сторожа. Сторожа. Дикие лесные осы. Не, когда плывешь еще на скорости, ощущение такое. Стараюсь, чтобы руки не дрожали. Нам под бусами вообще. Куканчик есть у нас? Пытаемся на ужин наловить окуньков. Тихо, парень. Сейчас я попробую прям под кадр поймать еще. Прям стадо живет. Ну еще 2-3 штучки, можно ехать. Окуневый магазин. Наверное, распугает. Блин, конечно, солнце отсвечивает, ничего не видно. Маленький. Маленький. Такого чистить мы, естественно, не будем, мы выпустим. Еще разочек. Оп. Маленький опять. Ага.
большой. Вот этот хороший. Да, да, да. Вижу. Прям на удочку, спиннинг удочка. Это окунь. Таких вот окуней мы ловим на ужин. Блесну за борт выбрасывать страшно. Могут съесть же. Да, на мормышку таких половить. Зимой сюда надо приехать. Вот это будет бомба. Это все мормышки потрогай. Нам на сегодня хватит. Да. Сделаем вот хомяков к ужину. Это на сковородку, а это в суп. Андрюха говорит, сухой что-то случилось. Уха из шкуры, как у ней. Видишь, не льется. Примерзла Андрюх, наверное. Хорошо, наваристая. Вот первый хариус. Хорошо. А по-моему это не щук, Андрей. Не, щук, щук. Видишь, да, его? Щук. Блин, хреново ее видно. Ну, вернее. Да, ты против солнца, сейчас я. Вот так получится, может быть. Лесочка у нас спортивная, 0,3, поэтому не стесняемся. Блин, в траве не видно. Ну, ходи. Вот такие жабки. Ну ты за поводок, во. Подними ее во весь рот. Сейчас. Тихо. Вот такая вот крокодилка. Угу. Вот с таким ртом большим. Экстрактор. Спасибо. Окунь. Мелкий. Ну, по здешним меркам мелкий, конечно, а так-то... Окунь. Опять. Так это что, маленький?
Так у меня тут снасть-то легкая. Поменьше. Андрюх, Викуська видюшку снимает, фоткай. Угу. Еще раз туда же на красную. Нажимаешь, он переключился. Так это ленок, тебя не пойми. Да ну, я тебе говорю. Они такие бывают, открытые. Да. Это под трёхой. Под что? Под три. Иди ты. Ленок, ленок. А, нет, стой, подожди. Ну-ка. Или он здесь такой, ну, похоже, тайменчик, по-моему. Какие три, Андрюх? Да, где-то 5 килограмм. 5, да, где-то пятеро. Хорошая рыба. Лосось. Сейчас отдышится. Помучили мы ему 2 минуты. Пока пассатижи нашли, чтоб крючок вынес. Красавчик, красавчик. Все, 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 все. Красавчик. Я как плавник увидел, я прямо это самое. Ты хочешь какой-то черный плавник? Ну? Лосось. О, пузыри выходят из него. Это его... Ну что, он жабрами двигает, ты вот толкни туда. Так, все, спасибо. Спасибо тебе. Вот это царь этой реки. Царь. Он с меня ростом. Этот красный, Андрюх, какой-то. Да. Поможешь взять? Да. Ну ты его заводи. Не, он надолго. Он вообще не двигается. Ну давай пока его утомляй. Сейчас даст опять. Кадр на меня и туда. Красиво будет. Может, блесну отвоюем. Ну да. Сейчас даст, смотри. Приходи, к нему главное. И под свой камень не бежал. Да тут тот же самый клюнул. Под куб? Под дальний? Да. Тот же самый клюнул. Хорош. Давай, да, ты стой, шевели, сейчас я его сюда подведу. А ты его прям коленки. Между коленок попробуй. Да, и блеснул. Та, первая. Да? Надо вытаскивать. Тут блеснул, спасем. Брызги снимай, зайка.
согнутую удочку в магазине видно. Все, что надо, все, хорошо. Хорошо, хорошо. Нет, 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 не бросай, не бросай. Подходи сюда. Подходи, блин. Хватит, хватит. Хватит. Снимешь? Держи, держи. Пойман парень со второго раза. Посмотри. У него во рту две блесны. Вот одна. А вот которую он на первой проводке оторвал у меня. Ну, парень крупный, может себе позволить отрывать. Тихо, 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 сейчас выпущу, подожди. Ты его разгони так, чтоб... Сильнее меня. Смотри, какой красавчик. Просто чума. Красавчик. Красный. Я взяла. Вчера черный был, а этот вдвое больше как раз. Угу. Сейчас я его настрою. Так, я куда фотоаппарат? У меня, говорю, висит на шее. Вот, настрою хорошо. Вот, красавец. Красавец, спасибо тебе, дружище. Так, ну. Еще вентилируем. Вентилируем. И шкуру перешивать, и камеры. Давай. Вот так вот тут. Хрюсёвый магазин на порожке. Понятно, видно или не видно? Смотри поближе. Смотри, или вон окунь. Юх, два окуня. Вот окуня тут какие плавают. Просто чума. Лесочка-то тоненькая, 0,3. Так, кусаки же надо. Андрюш, поможешь взять? Да, да.
Смотри, просто на перекате, на ровном. Зайди, я его сейчас перетащу. Покажи еще раз. Нет, так чтобы он жабры. Это я понимаю, так он же вырывается. Я его хочу по струе поставить, чтобы он. А он чувствует. Домой пошел. Давай. Снимай. Вот это костыль. Спасибо, дружище. Давай, да. И в лапки не попадайте больше. А тем более в походе, это же. Как бы тут. Или в большую, или сюда. Блин. О, свищу, посмотри, от него повезет такой штуку. За ним? От него. А-а-а. Не перегребай, подожди. Мы их не церемоним. Ага, подгреби еще. Вот Андрюху с почином. О, красавчик. Маленький. Щука. Тише, тише. Андрюха, смотри, какая щука плывет от Андрюхи. На борщ можно оставить. Ну что, щуку брать или что? Да ну, у нас вроде хариусы, Андрюх. Щуку выбрось. Потихонечку по камням спустись вот сюда, вот на большой залезь. Одной ногой вот там встанешь, одной на большой. Блин, такие. Такие щуки. Андрюха запутала, вокруг бегает. Вокруг меня. Тут на травку ты ее не вытащишь, да? Все, вот, отлично. Дай опуститься чуть-чуть. Тяжелая задача, видишь? Успокоить ее.
Правильно, ногой ее к скале, Андрюх. Хорошая. Пищевая. Ну что, спускаем? Да. Подальше. Не-не. Опять заходит. Интересуется, но на нее губа рваная. Не будет она. Здесь надо резко подсекать и начинать выматывать, чтобы воткнулась ей. Нет, за щуку. Это щука, щука. Щуку. Другая, другая щука, по-моему. Зацепилась, говорит. Вот я не ожидал, что она сразу так. Да ты не подсекаешь, поэтому они у тебя отваливаются все. Надо дернуть, чтобы она ей воткнулась. У нее рот очень костлявый. Вон к тебе пришла. Давай сюда ее потихонечку. Ох, красивая! Давай, подтащи ее сюда, сейчас я ее прооперирую. Сейчас опять будет. На. Она когда жабры раздувает, у нее прям... Ну-ка, ну. Сейчас. На! Все. Тихо! Своим пером. На. Потихоньку. А не ленок ли это, Андрюш? Таймень. Красный хвост. Клади спиннинг хвостом туда, к лесу. На, бери. Дай, снимай. Съемка идет. Как его держать? Вот так. О, давай камеру, а ты на фотик ее. Да. Он сейчас как дернется. О, в лесы какой таймень. Вот под камеру пойманный. Большая редкость. Красавец. Сейчас, подожди. Выследили его. Ну как, лиса довольная? Ага. Так. Еще кого-то пугнуть. Сих. На мышап. Маленький ты мешонок. Хвостухик. Ну что ты? Спускайся туда. Сюда не затащим? Да? Вот здесь вот, аккуратненько. Давай я у тебя камеру заберу. Не, ты хочешь его на лес еще тащить? Ты что, сдурел? Последний мыш отрыв. Ночная ловля на мыша. Грибная. Грибная. Мышь кто-то рвёт. Вот такой. Ночной таймень. Хозяин таймень. Таймень. Сейчас я мышку увеличу. А? Мышку увеличу.
Вот такая мыша у нас. О. Понравился. Да. Берегом пошел. Усекай. Хорош, хорош. Отпустил. Встал на место. Еще раз. Там два стоят. Два стоят в яме. Это другой. Подсекай. Догоняй, догоняй, догоняй. Есть! Там еще один остался. Хороший. В яме в мутище стоят. Сверху так видно офигенно. Просто. За вчерашнего отомстил. Ну-ка, Андрей Алексеевич. И мне покажи. Ага, хороший. Хариус идет. Нет, это Сиги. Или Хариус. Если Хариус, то хороший. Полевей. Еще разочек. Хариуса мы сейчас выловим. А не мог он за том камне? Нет, может, он... может. Сильней. Хорошо. Не закрывай, не закрывай. Рано. Ты. Да. Вот он идет, идет, идет. Подожди, подожди. Давай! Отлично! Отлично! Лиса! Большого поймал! Вот лиса жжет у меня. Держи в натяг держи. Хороший. Так. Ну-ка, лиса, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Чуть-чуть гаечку. Ладно, не трогай лучше ничего. Налево, налево его тащи. От катамарана. Потихонечку. Натягивай, натягивай, натягивай. Подмотай лески. Крокодила лиса поймала какого. Ну-ка, Андрюх, давай его сюда. Лиса будет фоткаться. Ну, мыша-то хорошо. А я вам что говорила? Хорош, не мой? Угу. Черный. На мыша. Смотри, мыша он не выдержал, да? Хорош. Главное, чтобы не заглянуть.
Не, мы снаружи, хорошо, значит, за краешек его. Захватываешь, Андрюш? Не зря я 140 рублей за мыша-то отдал. Смотри какой. А знаешь, сколько килограмм ты меня стоит в Москве? Сколько? Откуда я знаю? Их не продают. Сейчас свечу даст еще. Большой. Красиво, вообще чума. Просто вообще рыб моей мечты. Ясь! Все-таки мы его перехикрили. Сейчас у берега начнутся выкрутасы. Намотал вешки. Силен, бродяга. Вот чуть покрупнее уже, да, чего вытворяет? Угу. А крупнее чуть-чуть. Как даст. У-ху! Хороший вот это вот. Пищевой такой. Тихо, отпускать буду. Подожди ты. Мы же с тобой друзья, все. Не кусайся! Сфотографирую и отпущу обратно. Не ори! Внимание. Стой. Вот зеленые. Отлично. Хороший. Давай. Мы тебя не мучили? Больше не попадайся. Да. Слияние двух речек в лесу. Есть подозрение, что здесь может жить очень большой камень. Попробуем на мыша его выловить, если нас не съедят самих. Есть это большой тайник, но не рекорд. Потихонечку отсюда уведем, чтобы не получается потихонечку. Любят они мышей, Андрюк.
Уже все, уже все. Уже поздно. Ну-ка, покажи нам. Кого ты выловил? Сейчас, сейчас, сейчас. Его надо как-то вот... Тут я так хитро научился. Красивую рыбу брать. Вот так. Хороший. Вот сюда, вот сразу. Сейчас я... Ну, кстати, не такой большой. Не, небольшой, небольшой. Не сопротивлялся, хорошо. Ах ты. Палец возник. Отлично. Так, ты меня на волю. О, как мы их быстро отпускаем. Они аж... Даже не надо время, чтобы себя приходить. Ну, пошел. Я пока спускался сюда, тут щука выпрыгнула. Ага. Вот и Андрюхи. Похоже, что таймень, Андрюх. Уходи вниз по течению. Не пугай нам тут рыбу. Нам тут же стоянку делать. О. Отвалился, красавчик. Первый линок наш. Хороший. Красавчик какой. Ну и снимай, куда шмякнется. Рано, рано. Он только ты сейчас... И тоже поймает. Сейчас свечку даст. Уже собрались уплывать, Андрюха решил сделать еще заброс. И прямо из-под катамарана выскочил таймень. Ой, это стоит. Ну, сейчас отдышится, пойдет. Еще один приплыл, смотри, рядом с ним плавает, вот между ним поплыл.
целая стая живет. Просто. А вокруг еще два плавают. Тихо-тихо-тихо, спинг так ломанет. Не-не-не, я помогу. Вот этот торпед. Ты спиннинг держи, спиннинг держи. Сейчас. Ты держи спиннинг. Понятно. Я рыбу буду брать, а иначе сейчас и без рыбы, и без спиннинга. Придержи за травку. Хороший, хороший. Еще раз. Прямо из-под катамарана вылетел торпеда. Невозможно удержать. Очень сильные рыбы. Дай держу. Там рот как у ротвейлера.
Андрей Алексеевич, вы зажрались небольшой. Зажрались, вы, говорю, небольшой. У него рыба метровая. Андрей Алексеевич с утра намотал новую 0,33 леску, блин. Ты его попробуй с разгона туда загнать. В кушири. Так ты его туда не поднимешь по течению. Вот такие амазонские крокодилы в этих кувшинках водятся. В кушире его загоняй и там сапогом бери. Андрюх сейчас спиннинг точно ломанет. Ну отложи спиннинг, за хвост держи его и покажи. Мелкий, мелкий. Катушка в воду. За хвост держи одной рукой обязательно. Вот так вот, борьба в партере. За хвост возьми, говорю, у него там лопатой удобно брать. Вот такого вот Андрей Алексеевич после завтрака завалял. Хороший. Черный, смотри какой, да? Ну и все, давай отпускаем. У меня на мыша в очередной раз экзотика. Клюнул. Вот. Небольшой хариус. И пока я его вытаскивал, там меня атаковал. Я его немножко поводил, и он отвалился. Вот такой весь подраный хариус приехал ко мне. Thank you.